Содержимое строго индивидуально. Каждый чемодан комплектуется в соответствии с запросом конкретного сотрудника. Допустим, набор фонарей мне нужен лично из собственных целей, потому что я ими чаще всего пользуюсь на осмотре места происшествия. Впрочем, раскрыть детали случившегося на месте происшествия помогают не только световые приборы. Для этого в арсенале криминалистов есть масса других предметов и даже специальный идентифицирующий порошок. Чтобы показать, как он работает, полицейский оставляет отпечаток своей ладони на бумаге и дает возможность студентам примерить на себя роль криминалистов. Если все сделать правильно, то уже через пару секунд на поверхности можно наблюдать тонкие линии отпечатка руки. Но какими бы полезными ни были инструменты, они не заменят полицейскому напарника. Четвероногие служители порядка ищут запрещенные и взрывоопасные вещества, оружие и контрафактные грузы. Впрочем, некоторые собаки натренированы даже на поиск человека. В своей работе они беспристрастны и беспрекословно выполняют команду наставника. Служба в правоохранительных органах, как поется в известной песне, опасна и трудна, но того не менее интересно. Рассказывать о ней можно часами. С нового для себя ракурса на работу полицейских взглянули студенты Российской международной академии туризма. Я считаю, что профессия полицейского очень полезная в наше время. А я считаю, чем больше будет сотрудников, тем меньше будет у нас преступлений каких-либо, будет больше порядка. Ежедневно сотрудники полиции предотвращают десятки происшествий на территории округа, раскрывают самые запутанные и сложные дела. Несмотря на укомплектованный штат, в органах ждут новые кадры. Очень надеемся, что результатом нашей данной встречи станет популяризация службы в органах внутренних дел, и то, что кто-то из студентов решит связать в будущем свою жизнь со службой в полиции. Некоторые из ребят всерьез заинтересовались работой в органах. Кто знает, может быть, среди них есть будущие участковые, следователи и криминалисты. Нина Липанова, Вильфред Димковский, новости Химки ТВ.